Чебоксарах проходит межрегиональное соревнование по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС России по субъектам. 11 команд из Приволжского и Центрального федерального округов, более 300 спортсменов борются за звание сильнейших. Сегодня на стадионе Олимпийский дали старт пожарной эстафете. В этой эстафете важна не только скорость. Необходимо пройти 100-метровую полосу препятствий, максимально правильно выполнив задание на каждом этапе. Первый участник должен преодолеть дом, второй – забор, третий – проложить рукавную линию. Последнему участнику приходится тушить огонь. Даниил Милин, будущий спасатель, видит себя только в этой профессии. В юниорской команде Чувашии совсем недавно. В пожарно-спасательный спорт пришел из тяжелой атлетики. Сложности, они всегда есть. Если их не преодолевать, то как можно достичь совершенства? Все-таки идеально сделали. Трудно было тушить огонь? Да, трудно, конечно. А как нужно правильно, чтобы вот точно сразу, с одного раза? Так, словами я не могу описать, только на деле. Но у тебя получилось? Ну, у меня, да, получилось. В пожарно-спасательных соревнованиях 4 вида программ. Преодоление полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. В каждой команде по 28 спортсменов. Это взрослые и юниоры. То есть чемпионат проводится у нас одновременно среди взрослых участников, мужчины и женщины, и среди девочек и юношей. Девушек и юношей одновременно проводится. И команда победительца определяется в комплексном зачете. Навык должен быть и умение работать с пожарно-техническим вооружением, ну и, естественно, физические данные спортсмена. В этом виде спорта тренировки практически ежедневные, ведь от скорости и точности зависит не только результат соревнований, но и профессионализм спасателя. По результатам этого дня наша юниорская сборная на 6-м месте из 11. Лидирует Республика Татарстан. На 2-м месте Нижегородская область. Команда девочек из Ульяновска преодолела 100-метровку с препятствиями за 65 секунд. Они заняли 3-е место в пожарной эстафете. Но уже завтра, в заключительный день соревнований, девочки уверены, что улучшат результаты. Впереди у них боевое развертывание. Мы топомпим, мы соединим, мишень мы зальем, мы все сделаем прекрасно, и у нас будет первое место. Лучшие команды выходят в финал. В августе в Санкт-Петербурге пройдет первенство России на Кубок Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества по пожарно-спасательному спорту. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика.